Привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня мы с вами будем заниматься строительством и переделкой одного из румбоксов нашего кукольного домика – гостиной. Это первая комната, которую мы с вами активно обустраивали, создавали для нее мебель, технику и предметы декора. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то, конечно же, вам знакома наша недавняя тумба под телевизор, в которой размещено, помимо самого телевизора, наша основная техника – DVD-плеер, магнитофон. Также в этом месте мы организовали все наши журналы и DVD-диски. Далее идет наш замечательный камин с плазменным экраном, в котором горят дрова. И если прислушаться, то даже можно услышать их треск. Ну и, конечно, наш знаменитый раскладной диван, на котором в данный момент разместилась Торочка. Она смотрит телевизор и читает наши журнальчики. Этот диван с механизмом Еврокнижка, его можно разложить и не только сидеть, но и лежать на нем. Ну и, наконец, наш встроенный шкаф на всю стену, в нижней части которого расположены обувь, а в верхней элементы декора и игрушки. Я уже полностью освободила домик, уложила его на поверхность, и сейчас мы в нем переклеим обои. Я сделала обои двух видов, вот такие, распечатала их на фотобумаге, чтобы они были яркие. Также я уже распечатала вот такое окошко, вот такая вот у нас будет рама, а это вид из окна. Вот так будет располагаться наши обои. Сначала идет один яркий лист, а потом три нейтральных полосочку. Приклеивать обои я буду с помощью вот такого клея-карандаша. Вот наше вырезанное окошечко. Я приложила его к нашей стене и с помощью карандаша и линейки полностью обвела его на стене, на том месте, где оно у нас будет встроено. Теперь с помощью линейки канцелярского ножа мы должны с вами вырезать отверстие в стене. Вырезать мы будем чуть дальше от нашей линии. Вот наше образовавшееся отверстие. Если мы приложим сверху окошко, то вы видите, что наша дырочка находится как раз между вот этими рамами. Теперь мы должны оторвать бумагу. Она у меня легко отрывается, так как я клеила ее только по краям. Теперь мы продолжаем клеить обои, два наших последних листа. И также нам нужно два небольших кусочка тонкого картона. У меня коробка из-под хлопьев. Мы должны склеить между собой и сверху наклеить наше окошко. Я уже закончила клеить обои. Как видите, я заклеила полностью, даже отверстие. На вот этом изгибе я прошлась линейкой, чтобы он был ровненький у нас. И хорошенечко задела вот этот изгиб. Вот мое окошко уже на двух слоях картона. Нужно его отложить, чтобы он немножечко высохло.
Вот так сейчас выглядит наш домик. С другой стороны я оторвала верхний декоративный фетр, оторвала сам принт. И вот наше окошечко. Теперь с помощью ножничек мы вырезаем здесь вот такой небольшой квадратик. И вот эту бумагу заворачиваем сюда. Вот такое отверстие у меня получилось. Сейчас мы опять перевернем наш домик на другую сторону. Вот что должно получиться. Сейчас возвращаемся к нашей раме. И мы должны ее обрезать. Сначала по всему периметру вырезаем саму раму. А потом и внутри. Вот это белое мы все должны вырезать. Вот моя рама. Я приготовила 4 деревянные шпажки. Также я приготовила акриловые краски, палитру. Сейчас я буду это все приводить до ума, красить. Для начала мы должны взять шпажки, уложить сверху. И отметить, до какого уровня мы должны закрасить. У нас будут идти две палочки вот так, как на нашем рисунке. И две палочки будут идти вот так. Красим только тот уровень, который у нас будет внутри окошка. А также мы сейчас пройдемся красочкой. Еще все вот эти неточности закрасим, которые ножничками при вырезании стерлись. Я покрасила наши шпажки. Уже готова рама. Пусть это сейчас все высыхает. Для следующего этапа я сложила дом, это наша задняя стенка, к ней мы сейчас пристроим отсек. Я замерила с помощью сантиметровой ленты ширину и длину своего домика. У меня получилось 33,5 на 34. Глубина моего отсека будет 18 сантиметров. Сейчас я нарежу необходимые детали из гофрокартона. Тем временем высохла наша рама, высохли наши палочки. Раму я уже приклеила с помощью термопистолета, она уже на месте. Сейчас я переверну домик, и мы будем приклеивать палочки. Я перевернула домик за счет того, что у нас здесь два слоя картона, образовалась небольшая выемка. В нее мы сейчас будем вклеивать наши палочки. Для этого сначала мы берем вот эту детальку, которую мы с вами вырезали, прикладываем ее на то место, где она была, и карандашиком отмечаем те места, где мы должны приклеивать палочки. Я уже отрезала палочку нужной длины, сейчас мы ее вот сюда приклеим. Приклеивать я буду с помощью пистолета, капну немножечко клея рядышком с той пометочкой, что мы отметили. И сейчас сверху приложу. Вот так. И остальные палочки приклеиваем по нашим меточкам. Вот уже палочки мои на месте. Сейчас сверху я приклею небольшой кусочек прозрачного пластика, а потом закрою все нашим вот этим задним видом. Вот так теперь выглядит наше окошко в комнате. Как вы видите, я уже приклеила задний отсек. Он получился довольно-таки вместительный. Сюда поместится большое количество нашей мебели и техники. Края этого отсека я обработала малярным скотчем. Теперь полосочками из красного и зеленого фетра я продолжу полосочки по низу и поверху нашего домика. Сейчас мы будем делать крышку на наш отсек. Для этого я вырезала подходящего размера картонную заготовку, обработала края малярным скотчем и обклеила его фетром. Но фетра взяла больше, чем есть на самом деле, вот на таком расстоянии. И теперь мы нанесем вот сюда клей и приклеим вот так нашу крышечку. Приклеивать будем с помощью термопистолета. Все, теперь наш отсек может открываться и закрываться. Вот так сейчас выглядит новый интерьер нашей комнаты. Торочка и остальные вещи остались на тех же местах. А сейчас мне бы хотелось узнать ваше мнение, какой из двух интерьеров вам понравился больше? Первоначальный, более монстряшный, или тот, который сейчас, более реальный? Нажмите на подсказочку в правом верхнем углу и выберите один из двух вариантов. А я потом в каких-нибудь наших будущих видео обязательно сообщу вам результат, какой из двух интерьеров вам понравился больше.
Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. Если вы делаете поделки по моим мастер-классам, то не забывайте показывать их моей группе «Кукольная муза». С вами была Муза Рукоделия. Всех люблю, целую. Творите вместе со мной. До новых встреч. Пока.